Метелица поздравит Краснодар. Трамвай, который курсирует по пятому маршруту, примет участие в народных гуляниях 24 сентября. В 9:30 вагон доставит делегацию почетных жителей города от драмтеатра до Екатерининского сквера, где в 10 часов начнутся торжества. Потом трамвай поедет по привычному маршруту. Весь день в нем будут работать аниматоры, юмористы. Они покажут веселые шарши и мимы. Кроме этого, все желающие могут, не выходя из вагона, сделать аквагрим и получить памятные сувениры. В 13 часов метелица прибудет в Восточное депо, где состоится награждение победителей фотоконкурса «Поймай метелицу».